И мне велено во всем вам помогать. Исполнять ваше желание, охранять вас. Мало ли что. Раздавлю. Называющие себя воинами света, ловят ведьм и колдунов, истязающих род человеческий. Но однажды на пути воинов света встали воины тьмы. И никто не хотел уступить. Я по объявлению. Фотографию принес? Да. Сейчас. Вот. Давай сюда. Выходи. У меня здесь не убрано, проходи в кухню. Ты садись сюда. Не волновайся. Все уж извини. Все, я сыном позову. Ты меня вызвали. У меня, знаете, такая история. Знаю я твою историю, Антон. Любил ее. Заботился о ней. А она третьего дня взяла, побросала чемодан вещички. Раз, ушла к другому. На теплоходе музыка играет, а я
Я все знаю. Это у меня от бабушки, от мамы. Это у нас семейный. Сейчас все сделаем. Главное, непонятно... А что тут непонятного? Ребенок у нее будет. И не от тебя. Да ты не бойся, я ее верну, делов-то. Но ребенок-то назад потянет, к отцу, разлучнику. А отравить невинный плод большой грех. Да? Да. То есть, чтобы вернуть жену, нужно травить ребенка, так что ли? Да ты не бойся, я только в ладоши хлопну, он сам помрет, а жена потом мертвого его выкинет, а этот грех возьмешь на себя. Не, ну, я... Ну? Берешь? Грех-то? Да. Ну, беру. По рукам? По рукам. Ой. Не больно, не больно. Сейчас мы тебе... Сейчас все сделаем. Не волновайся. Ну что ж, надо помогать людям. Да не бойся ты. У меня все стерильно. Ну пей. Успею что-то. Это же... А тебе что, ингредиенты нужны? Или эффект? Эффект. Ну тогда пей. Ну? Нам надо расстаться. Ну вот и молодец. Все, так. Ну, приступаем ко второй части. Возьмемся за детеныша. Красная вода, чужая беда, да гнилое семя, да лихое племя, что было, того нет. Приходи, тоска тоскующая, сухотоска тущая, приноси клещи железные, потирай душу безгрешно. Со всякого патриха жизнь жил с горячей из белых рук, с быстрых рук, с ясных очей, с пухлой головы. Слов моих не отвратить, слов моих не огородить. Ловите, легавые. Ну что, будем оформляться? Не да, виновата я. Да ладно, не виноват, не виноват. Это трибунал решит. Да. Значит так, для Леонидова, меняется нарушение договора, статья 13, пункт Б. Заговоры, покушения на убийство, по предварительному сговору группы лиц. Место работы и должность. Надомница. Да? Что, патент есть? Да кто ж тебе его дал-то? Развалили страну кооператора. А кто вы такие?
Может, он нас видит? Он нас видит. Он иной. Эту дрянь. Тебе привезти? Не надо, сам найду. Привет, пап. Я тебе сказал не водить никого сюда. Да ладно.
Теплый еще. Свиная. У людей желудок устроен точь-точь, как у свиней. Знаете, им даже органы теперь пересаживают от свиней. Кому им? Людям. Ага. Вы нам очень нравитесь, Антон. Кому? Нашей семье. Мне, Кости. Ой. Зачем ты его привел? Он стал таким же, как мы. Нет, Кости. Он светлый. А светлые пьют кровь только в одном случае. Когда охотятся на таких, как мы. Ну что, браток, совсем хреново, да? Я тебе сейчас ухо отгрызу.
резинки-то надо, мы под очками попрятали. Пахать на вас надо, червопийцы. Саша Лисина, Сумов, предъявит. Антон Городецкий. Очки сними. Пьяный, что ли? Крови. Напился. Напился, Антон. Хамим. Стоять! Держать! Фу, дрянь-то пьете, а! Рассказали подруги, рассекретили сами девочки. Антон. Алло, что случилось-то? Я потерял его. Посмотри номер дома, не выключай телефон, мы тебя найдем. Давай, едем. Угу. Охудеть надо. Ночной дозор. Всем выйти из сумрака. Заложь, легал я на хлебушек.
закрой. Я тебя вижу, гад! Выходи! Сотрудник обвиняется в незаконном применении оружия. Чего он говорит? Я не слышал. Машина работает. У нас авария тут, извините. Ой, а вы это самое, машину не могли бы отогнать? Жалко, заденем еще, не дай бог. До свидания. Свет слушает. Ну, в общем, мы опоздали, Борис Иванович. Так. Но одного он убил, а... Бомбёрша убежал куда-то. Что с ним? Там на этой улице студёны этих 12 домов, знаешь, сколько. И второй, так, и первый. Так, ну что с ним? Что с ним? Идите прямо сюда. Сюда.
Быстро, быстро. Каждый сотрудник ночного дозора должен уметь задержаться. Повар, маркетантка. Костоправ. Программист. Ты 3 года просидел в офисе. 3,5. Ты стал относиться к службе в ночном дозоре как к нормальной человеческой работе. Че? И не казни себя, ты его не убил. Ты просто подарил ему вечный покой. Не спи, говори, говори. Метро. Он. Женщина, да. Молодая, красивая женщина. Не в этом. Что? Вот воротка. 5 дней. Воротка. Я хотел сбить воротку. Слушай меня внимательно, Антон. Нет. Пойдем туда. Иди туда. Вот. Аналитический отдел. Общий сбор. Антон обнаружил воронку проклятия. Ага. Анатолий, мне нужно точно знать, что произойдет в городе в ближайшие сутки. Понял. Я плавки в номере забыла. Я их взял. Ты что, в номер возвращался? Ну и что? Ты в зеркало посмотрел? Зачем? Ой, опять ты за свои глаза. Давай не полетим. Ну и не лети. Девственница, которой кто-то пожелал зла и наслал на нее проклятие.
Куда бы ни шла проклятая, над ее головой кружилось несчастье. Стоило ей взять в руки свечу, свеча гасла. Стоило ей погладить щенка, он умирал. Птица, клевавшая с ее руки, падала на землю. В домах, куда она заходила, умирали дети. В городе воцарилась тьма и разорение. Разорение и тьма. И вышли из той тьмы воины, и назвали они себя воины тьмы. И вышли из числа людей те, кто назвал себя воинами света. И началась между светом и тьмой великая битва. Но никто не смог победить, потому что силы были равны. И так будет всегда, пока не появится человек, которому суждено стать великим. Если он примет сторону света, то свет победит. Но те, кому ведомы истины, говорят, что он выберет тьму, потому что легче погасить себе свет, чем рассеять тьму вокруг. Пророчество сбывается. Знаешь, что произошло? Нет. Они твоего парикмахера убили. Головой об умывальник. Приведи мне того, кто это сделал. Я ему башку оторву. Все, я еду. Ну, в общем, подругу будем его дрессировать. Ну, ту, которую морду подпалили. Mm-hmm. Горсвет выбрал парикмахера на нее лицензию. Ну, в смысле, разрешили слопать ее. Они, кажется, знали друг друга. Она ему шею подставила и говорит: пей. Я-то ее предупреждал. Ну разве не втолкуешь? Молодежь, максималисты. Ничего не боятся. Он их на живца и поймал. Сука. Теперь у нее голод. Как же она его найдет-то? Найдет. Как собака.
Ну и куда ты? Мне надо его найти. Кого? Мальчика. Куда ты идешь? Ты же еле живой. Зря мы тебя привлекли к оперативной работе. Пить кровь, ловить вампиров – это не для тебя. Не в этом дело. А в чем? Мы же сами выдаем лицензии. Выдаем. А потом ловим их на живца. Как... Кто это сказал? Чьи это слова? Это мои слова. Это я говорю. Вы же ничего не знаете. Сидите тут и ничего не знаете. Это был ребенок. Ребенок. Он для нее теперь как надкушенный бутерброд, вынутый изо рта в последний момент. Если я его не найду, его найдет она. Подожди. Я дам тебе напарника. Ты убил темного, Антон. Завулон тебе этого не простит. Тебе нужна охрана. Что это? Это Ольга. Она поможет тебе. Зачем мне это? Ну, не хочешь, как хочешь. Живет, работает. Проверьте все контакты за последние 3 дня. Кто мог наслать это чертово проклятие? Ребята, счет идет уже на минуту, имейте в виду. Последний раз проклятием такой силы мы столкнулись 118 лет назад. Я понял. Борис Иванович, а сколько у нас времени-то осталось? Времени у нас совсем не осталось, Анатолий. Это она? Да. Светлана Назарова, 29 лет. Работает в поликлинике номер 17. Поле наблюдения ночного дозора не попадало. Проживает с матерью в Ватутинках. Дом 37, корпус А. Это рядом с Внуково где-то. Из происшествий. Мать попала в больницу с почками. Требуется пересадка.
У подруги заболел ребенок. Она к ним в гости приходила. А, вот еще. Пострадавшая. Соседка Валентина Ивановна. Тетя Валя. 78 лет. Старушка крепкая. Вот вчера скорую вызывали. Ох, не дай бог на нее эта ведьма как-нибудь не так глянет. Здрасте. Здрасте, Светочка. Тетя Валя. Ой, а что это у вас за собачка? Ой, да вот Максим принес ее с работы. Не знаю, что теперь с ней делать. Мам, ну пусть живет. Боже. Будьте здоровы, тетя Валя. Спасибо, Светочка. Испугался? Душ. Там. За что же вас так? Это наказание. А как это крутят? Вверх-влево, горячее, вправо-холодное. То есть, нет, да. Я о таких наказаниях даже не слышал. Ты о преступлениях таких не слышал. У тебя есть во что переодеться? Сейчас. Женских вещей случайно никаких не осталось? Чего? Извини. Так, мало ли. Осталось. Спасибо. Спасибо.
Ну-ка, зайди. Знаешь, Антон, нас осталось очень мало. И когда кто-то уходит навсегда, мы все сразу чувствуем. Так устроен мир, сосед. Существует договор. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. О чем, Антон? О том, что наши с вашими заключили договор, что типа все можно, но только по очереди. Знаешь, я только одного понять не могу. Почему это вы выдаете нам лицензию, а не наоборот? Ведь ты же знаешь, что такое наш голод. Антон! Да, знаю. Антон! Подожди. Ну как этим пользуются? Ой. Это мыло. Он был прикольный. Прикольный, да? Он убивал. Убивал людей, абсолютно беззащитных перед ним. Инициировал девочку, грубо и насильно. Она теперь такая же, как вы. Даже хуже. Она не знает, как с этим жить. Но это вы же дали ему лицензию на нее. А они друг друга любили, Антон. Хотели вместе поступать в педагогическую. Я делал свое дело. Ой, как хорошо. 60 лет этого ждала. Такой молодой, симпатичный вампирчик. Он никого не трогает. Это он пока никого не трогает. А когда-нибудь захочется, да? Да! Я на законных основаниях, Антон. Пойду к тебе в офис. И ты на законных основаниях. Выдашь мне лицензию. Сосед. Пусть уходят. Это мой сосед. Он вампир. Он иной. Он приходил тебя убить. Он принес вам вещи. Ну что вы, враги. Держитесь. Слушай, а это сейчас модно? Не знаю. Ничего другого нет. А у тебя женщина есть? Была давно. Давно это когда? Давно это давно. А любовь все живет в моем сердце. А где она сейчас? Не знаю. 12 лет прошло. Ты лекарство пил? Андипал ты пил? Молодец. Алло, алло, Марина Сергеевна, добрый вечер, это Ирина беспокоит. Простите, Бога ради, не могли бы сегодня у нас переночевать? У Егора просто давление очень высокое, а мне нужно срочно уезжать на работу. Мам, вы не можете? А вампиры есть? Есть, Егор. Это трусливые мальчишки, которые пьют кровь своих родителей. Так. Нет, они есть, я же их видел. Алло? Алло? Ну, а если у вас есть минутка? Алло? Девушка, вас подвезти? Девушка, вас подвезти? Алло? Алло? Жень, ты?
Ой, извините, пожалуйста, а когда она будет? Спасибо большое. Так, никого нету. На, держи. Выпей таблетку, ты понял? Сейчас немедленно выпей. Так, ключи. Они есть, я их видел. Кто есть? Кто? Вампир. Знаешь что, не хитри. Ты уже взрослый мальчик, можешь остаться один. Хорошо-то как. Воронка над домом, высота 314 метров, скорость углового вращения 170 метров в секунду, диаметр... Внимание, в зону действия воронки вошел самолет. Что еще за самолет? Чартер из Анталии, птиц попала в турбину. Птица. Ой, ворона. Какая ворона? А вон, в двигатель влетела. Ты с ума сошла. Если бы она влетела в двигатель... Давайте-ка за Игнатом, быстро. Никто, никто не сможет нас разлучить, слышь, Варь? Ты теперь для меня самое главное. Типа, любовь до гроба. Здорово, Игнат. Я за тобой. Знакомься. Семен. Он пришел нас разлучить. Здрасте. Тут надо девушку расслабить. Зовут Светлана. Ты же знаешь, что я давно этим не занимаюсь. Понял. Ну, в общем, Борис Иванович тебя просил. Последний раз.
Извини, Сильвия. Я не могу. Да я тебя понимаю, Игнат, я тебя прекрасно понимаю. Но ты посмотри, что творится, воронка же! Она зацепила самолет, сейчас он на куски, к чертовой матери слетится, а там 350 человек. Игнат, ты же профессионал! Ты ее расслабишь, она сама тебе скажет, кто ее проклял. Ну а мы тогда сможем снять эту чертову воронку. Давай, Игнат, давай, давай. Давай, родной, давай. Чего давать? У меня Мендельсон на завтра заказан. Давай. Дверь закройте. Что вы ходите за мной? Следите, что ли? Приходится. Позвольте. Хороший вкус. Хорошее начало. Девушка! Девушка! Вы знаете, зачем я за вами иду? Догадываюсь. А, правильно. Значит, мы идем к вам. Значит, идем. Так просто. Что это так плохо? Да нет. Тогда пошли. Старт, я рейс 99753. Признаки пожара ушли. Продолжаем набор высоты. Находимся в районе Батутина. Просим заход с ходу. 99753, я старт. Заход с ходу разрешил. Разрешил проход через город. А что мы будем делать? Ну как? Посидим. Недолго, минут 10. Кофе горячий попьем. Вы мне что-нибудь расскажете о себе. А потом? Потом. А 10 минут хватит? Хватит. Засекаю время. А вот и брешь. Улежешь клыки до самого носа и пуза на бекре. У кого он бедрин? У меня? Дедушка! Он дразнится! Ну, что такое, а? Кто не спит? Непорядок. Ой-ой-ой, пустите меня! Чудище страшилище! Уймись. Уймись? Наших бьют! Я потомственный домовой.
Ольга дверь не закрыла. Это она. Она здесь. Пойдем через сумок. Есть времени. У нас нет времени, он не умеет находиться в сумраке. Он погиб. Сколько у нас есть времени? 10 секунд, сумрак и насаживает. Я вас вижу! Уже заходите! Посмотри на меня. 8 7 Закрывай глаза, дыши глубоко. 6 Дай мне руку. 5 Дай мне руку. 4 Я не боюсь вас. Все. Это был сумрак. Ты иной. Иной? Я что? Не такой, как все? Теперь нет. А это хорошо? Или плохо? Ты боялась. А мне как раз сон хороший приснился сегодня. Кто-то мне помогал. Высокий такой, красивый, с черными волосами. Нет, лысый. Mm-hmm.
свет его лучей. Я спешу всегда быстрее, как на свидание. Да, сейчас. Сейчас. Я спешу всегда быстрее, как на Вы знаете, я сейчас вдруг понял, ощутил, что действительно может случиться беда. Беда? А у вас что-то случилось, да? Нет, нет, там все в порядке. А вот у вас, Занька, я вижу проблемы. Вы ими мучаетесь, страдаете. Вас просто кто-то обидел, угадал? Вот вы скажите, кто вас Извините. Обидел? 10 минут уже прошли. Простите, как вас? Светлана. Светлана, Светлана. Вы знаете, Светлана, все как-то не кстати сегодня так складывается. Самолет этот, вы со своей воронкой. Меня ведь невеста дома ждет. У меня свадьба завтра. Он что, с ума сошел? Он что делает? Уберите его тут немедленно! Давай. Думаешь, я все испортил? А я же предупреждал! У меня же свадьба! Свадьба! Один раз в жизни у человека свадьба! Открой, я обещал ей! Петляк! Здравствуйте. Срочное сообщение из гидромедцентра. В Москве наблюдаются погодные катаклизмы, обычно предшествующие образованию сильного смерча, который специалисты называют торнадо. Ну, вытекновение эпицентра смерча возможно на... Иные отличаются от обычных людей. Иной обладает нечеловеческими способностями. Почему? Ну, потому что ему пришлось в жизни пройти через нечеловеческие испытания. Понимаешь? И приложить к этому нечеловеческие усилия, он становится иным. И жизнь у него становится иная. Если в этот момент рядом не будет того, кто смог бы объяснить ему, что с ним происходит, и научить, как жить среди людей с такими способностями, тогда... Тогда стихия унесла жизни 330 человек. А вы какие иные? Темные или светлые? Мы светлые. А я? А это ты решишь сам. Понимаешь? А какая разница между темными и светлыми? Все иные берут силу у людей. Темные берут темным, светлые светлым. Ну, как пищу, как еду. Значит, вы простую пищу не едите? Почему не едим? Едим, если предлагают. Сори. Пельмени будете? Пельмени? Давай пельмени. Главное, не понятно. А что тут непонятно? Ребенок у нее будет. И не от тебя. Да ты сбросил, я ее вернул. Дело в том.
тебе, но... Что ты зашептал? Уж будь спокоен. Есть. Мальчик. А вы тут откуда знаете? Егор. Это кто? Мама. А тебе сколько лет? 12. Она точно больше не придет? Кто? Вампирша. Нет. Пока мы здесь, не придет. А я не могу. Борис Иванович, у нас софт-то старый. Все! Уходим! Быстро! Вызывай Антона. Алло. Алло, Антон. Да. Штаб ночного дозора переезжает в Атутинки. Иди, вот. Ты нам срочно нужен. Вас сменят Тигренок и Медведь. Какие в Атутинки? Держи. Ася, аккуратно. Вы что, уходите? Нас сменят Тигренок и Медведь. Какой еще Медведь? Егор, я скоро вернусь. Обещаешь? Обещаю. Ладно. Я тебе верю. Держись. Зачем же вы человека-то обманываете, Дарья? Ведь это же был его ребенок. Да не волнуйся, ты там есть, кому за ним присмотреть. Не пропадет. Да все у вас уладится, Антоша. На дорогу смотри. Смотри на дорогу, Семен. Семен, что случилось? Ну как же, позвони. Валя. Валя умерла. А чего? Сердце. Да я не умею. Давайте я позвоню. Не могу, я умирал. Я не могу больше. Случилось? У Максима Ивановича мама умерла. У кого? Какого Максима Ивановича? Давление что-то скачет. Чё ж случилось-то, а? Чёрт, у меня же на трубе сардельки выкипают. Не дай бог взорвутся. Да. А это отец? Будьте добры, Максим Иванович. Одну минуту. Себя. За моими посмотри. Сардельки у него выкипают. Алло. Максим Иванович. Он самый. Мама ваша умерла. Алло. Алло, Максим Иванович. Алло, вы слышите меня? Алло.
Черт, взорвалась. Держись, Максим Иванович. Чуть-чуть осталось. Концентрация негативного поля 87%. Воронка растет. Понял я, понял. Понятно, все и сразу. А это кто? Хозяева. Джинс-тоник. Ночью скидки. Только ты озверел совсем? Нечего во время еды телевизор смотреть. Зрение портит. Ну чего, Анатолий, нашли? Ее никто не проклинал. Никто. Чего, Анатолий, никогда, наверное, воронок-то не видели, да? В жизни своей. Работа, работа. Я помню, в 41-м подъемник, блин, на такую мину наступил. Вот это была воронка. Ну, с тех самых пор, главное, правым ухом слышу хорошо, а вот левым чё... Слушай, Антон, я проанализировал, как воронка увеличивается. Она долбанут скоро может. Надо валить отсюда. Ты все проверил? Все контакты за последний месяц. Слушай, Толя, а что ты стрелку-то не двигаешь? Убери руки! Тебя кто? Кто тебя просил туда лезть? Кто? Сам смотри тогда, хренов хакер. Концентрация негативного поля 92%. А ручками не пробовал? А? Я не пробовал. Какие ручки? Ну сам, хорошо, сам пробуй. Так. Я проверил всех, друзей, знакомых, близких. Близких, друзей, никого. Никого среди них нет, ни одного иного, кто бы мог наслать проклятие с воронкой такой величины. Это понятно? Скачок воронки. Концентрация негативного поля 92%. Так. Ты же ее проклял-то, мать ее. Мать, говоришь, да? Я сейчас покажу. Назарова Светлана Сергеевна, 1947 года рождения. Работала педагогом, сейчас на пенсии. В данный момент находится в Боткинской больнице в реанимации на искусственной почке. Антош, ты что, Гессер зовет? Да я проверял. На, смотри. Вот. Че ты ее проверял-то там? Вон, посмотри, это ведьма вылитая. Это не мать! Она не иная. Опаньки. Извините.
Антон Городецкий, иной. Инициирован 19 августа 1992 года во время операции по выявлению применения незаконных магических способностей гражданкой Шульц. Взят на испытательный срок оперативником ночного дозора. Поддерживает дружеские отношения с соседом, темным иным. Злоупотребляет спиртными напитками. Способен убить человека. Слышь, Антон, пошли. Ну, пошли, пошли. Антон, пошли. Пойдем, пойдем. Чего ты? Чего? Пошли, Гессер же зовет. Делаем все, что можем. О, светлый маг с темным прошлым пришел. А это его разыскиваю. Это кто там? Гавкает. Не смей, Зволо. Выключи свет, я тебя прошу. Ты же сам пригласил меня Дай сюда. Дай ему свой амулет. Послушай, я не делаю ничего запрещенного договора. Мои сотрудники должны иметь защиту от тебя. Бросай. Бросать. Не смей, Заволон. Ну, лови. Повторяй за мной. Нет надо мной твоей власти, Заволон. Нет твоей власти, Заволон. Нет надо мной твоей власти, Заволон. Ну что ж, делайте, что хотите. Мы и так делаем все, что можем. Пошли, урод. До скорого свиданица. Ты должен пойти к ней и узнать, кто ее проклял. Почему я? Значит так, или мы узнаем, кто это сделал, и переведем проклятие на него. Или воронка исчезнет, если погибнет ее носитель. Вы что хотите, чтобы я ее убил? Так, код 1322. Она живет на 8-м этаже в 64-й квартире. А что я ей скажу? Просто внуши ей, что ты ее пациент. Болезнь она придумает тебе сама. Антон, Антон, хочешь, я тебе песенку спою? Любовь все живет в ее сердце. Извини. Здравствуйте, Светлана. Что случилось? Извините, что беспокою вас дома. Я понимаю, у вас на работе куча забот. Проходите, я посмотрю вас. Только руки помыла. Ага. Девушка, ты хоть симпатичная? Что там, Егора? Не беспокойся, цыпленок медведь за ним смотрит, все в порядке. Понял. Вам пора идти. Ну, ты что, это нас гонишь? Да нет, ну, скоро ведь мама вернется. И что мы скажем? Скажем, что мы монтеры. Свет тюним. Почему тебя называют медведем? Ну, потому что он маг-перевертыш. И он может быть медведем, а может быть человеком, а я тигренком. Ну, тогда покажи.
Что показать? Как ты будешь превращаться? Нет, это в другой раз, Егор. Стесняешься. Чего не стесняюсь? Чего стесняюсь? Ну, стесняешься, потому что когда ты будешь превращаться, на тебе порвется одежда, и ты станешь голым. Ничего не стесняюсь. Чего стесняюсь? Ну ладно, тогда ты превратись, а я пока отвернусь. Цирки, что ли? Куда ложиться? Пойдемте. Что, опять язва беспокоит? Да. Что-то ни с того ни с сего вдруг прихватило. Я же говорю, нужно быть внимательнее. Я понимаю, понимаю. Так и здесь. Болит. Скажите тоже. А зачем же я тогда пришел? Вот именно. Зачем вы пришли? Стоять! Я буду говорить только с тем, кто убил Андрея. Какого Андрея? Моего Андрея. Позовите сюда того, кто убил моего Андрея. Стоять! Уходите. Сейчас же. У вас воронка. Что? У вас воронка. Вы сумасшедший. Я... Антон, воронка растет. Ну давай, делай что-нибудь. Пришел выяснить. Уходите. Нет, я пришел выяснить. Что выяснить? Нет, я пришел попросить у вас прощения. Я
Я прощаю вас. Прощаю. Уходите. Тогда я уйду. Вы не спросили, за что. За что? Я натолкнул вас в метро, помните? Толкнули человека, не велика беда. Я специально это сделал. Вы мешали пройти, я толкнул. Я прошу вас, простите меня. Я прощаю, прощаю вас. Позови Антона! Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Видишь, я звоню. Я вас прошу уходить. Это еще что такое? Хотите выпить? Давайте выпьем. У меня есть с собой. Алло. Алло. Позови Антона! Она не удержится. Что нам делать? Давайте выпьем, да? А что это? Что? Ольга! Ольга, тебя медведь! Что? Что там? Они его прозевали! Кого? Они прозевали Егора! Мальчина требует Антона! Тяните время! Извини, извини, я не тебе. Ты можешь мне объяснить? Да ты можешь мне сказать, что у тебя случилось? Антон, они упустили Егора, она требует тебя. У меня мама умирает. Это я виновата. Я подумала о ней плохо. Я подумала, что если бы не она, то я давно бы вышла замуж и родила ребенка. И как только я об этом подумала, позвонили из больницы и сказали, что у нее отнялись почки. Врачи сказали, что нужно делать пересадку, операцию. Я согласилась ей отдать свою почку. Я даже сдала анализы. Она отказалась. А я знала. Я так поступила. Специально, чтобы она отказалась. Ей не нужно было ничего говорить. Она бы узнала об этом потом. А я знала, что она откажется. И специально поступила так. Будь я проклята! Стоп! Ты нашел Антона. Она сама себя прокляла. Она иная. Никогда не говори таких вещей. Это не просто слова, понимаешь? Уважаемые пассажиры, наш самолет по техническим причинам произвел посадку. Я пришел, отпусти его. Сними. Черт. Пожалуйста. Убери фонарь. Он тебе не повредит. Убери фонарь. Хорошо, хорошо, подожди. Только глупости не делай. Хочешь крови, на. Я хочу жить. Ну так живи. Живи! Кто тебе мешает? Я хочу опять стать человеком. Хочешь стать человеком? Ну, веди себя по-человечески. Разве вы ведете себя по-людски? Он меня любил. А вы отдали меня ему как пищу. А потом еще убили его. Ты убил.
У меня не было выбора. Он нарушил договор. Мы светлые, добрые, которые решили, что вправе хранить мир от тьмы. Где вы были, когда пили мою кровь? Почему я теперь не могу это сделать, а? Потому что я не дам тебе это сделать. Где он? Где мой сын? Егор! Не имеешь права вмешиваться. Come on.
принес тебе амулет. Ты что, хотел меня убить? Не верю ему, Яника. Тихо. Алиса, читай. Протокол задержания 19 августа 1992 года. Гражданин Городецкий посетил гражданку Шульц Д.А., проживающий по адресу Старозачатский, дом 10, строение 2. За вознаграждение гражданин Городецкий А.В. попросил гражданку Шульц содействовать колдовством. Гражданка Шульц предупредила его, однако гражданин Городецкий согласился взять на себя ответственность за умерщвление плода, находящегося в утробе его жены Петровой Ирины. Ты что, правда хотела меня убить? Я искал тебя, чтобы... Убить? Чтобы убить? Егор, я прошу тебя, не ходи к ним! Они темные! Вы не лучше темных. Вы еще хуже. Вы врете. Вы только притворяетесь хорошими. Я ждал этого 1000 лет. Кому суждено утонуть, тот утонет. Кому суждено упасть с крыши, упадет. Этому мальчику суждено было стать великим, но великим темным его сделал ты. И ты уже не сможешь изменить ничего. Держись от него подальше. Ты все подстроил. Борис. Давай. Давай. Давай, давай. Давай. Вот. Еще. Вот. Суждено будет погрузить мир во тьму. Но пока есть те, кто верит в свет, надежда остается. Но вдруг налетели на ведьму тени, привидений, говорят мне.
теплоцентрале чего-то взорвалось, а Света виновна во всем оказалась. Но встретив красавца, Антона влюбилась, и разрушение остановилось. Но злой Забулон из дозора дневного сделал из сына Антона иного. И как же не справится наш герой? Все на просмотр картины второй. Темный.